Дорогая, удивительная, неповторимая, божественная Наталья Станиславовна, наконец-то у меня появилась возможность сегодня сказать вам то, о чем я долгое время думал. Я хочу, чтобы вас безмерно любили, уважали, ценили вашу красоту, а самое главное, хранили вам верность. И знаете, дорогая Наталья Станиславовна, что вы бесценное счастье на земле, и ваш талант – это вдохновение, вы настоящая звезда. Спасибо, дорогой. Дай Бог тебе здоровья и счастья. Хотя я думаю, что с таким талантом, как у тебя, трудно жить. Кстати, будь аккуратен со своими поклонницами. Ты знаешь, я ведь еле проехала. Еще минуточку вашего внимания. Все цветы, которые растут на этой земле, в этой вселенной, в этой галактике, в этом мире, я готов класть к вашим ногам. Вы божество для вас. Храни тебя Бог. Господа, я прошу прощения, у нас очень мало времени. Наталья Станиславовна, рад вас видеть. Я тоже. Но я вынужден забрать артиста. Мы срочно вылетаем в Китайскую Народную Республику. Витас, из-за нас задерживает самолет. Я слышала, ты в Китае просто национальный герой. Пора просить государственную премию. За дружбу народов. Дружба отечества. Не прощаемся. До свидания. До свидания. Рада была вас видеть. Пока.